Соседка слушает телек. Благословит ее глухой бог. А Лёля пишет огромные нотные тексты, которые 100 лет не видела. Кидайтесь тапками. Хочет сказать гадость. Я ни хрена не вижу, вообще ни хрена не вижу. А за нормальными очками не судьба идти. Тут что-то ужасное. И вообще я хотела найти чужие ноты, чтобы попеть, но я хрен знает, где они вообще есть. Я даже не помню эти обозначения. Это как долго надо не садиться за пианино, а? Диван у меня придвинет пианино, я не могу нормально попасть в эту чертову октаву, и поэтому первая у меня почему-то кажется вот здесь. Хотя басы вот здесь. Вообще на самом деле там бемоль. Нереально так вообще понять, что где. Плюнуть и перенести октаву выше, да? И так все думают, что оно к чертовой маме расстроенное. Люди, садитесь почаще за пианино, если вы на нем умеете играть. Это ж писец. Да, и Лёля любит педальку, Лёля её везде сует. Так что усритесь. Да, я тут бездушно матерюсь. Безумная песенка из Эни вообще-то. Я ее так и не расписала полностью. 2005 год, 29 мая. Умри все живое. Наталья Николаевна бы, наверное, в обморок упала от такой посадки рук, такой буквы «Ю» и такой концентрации, что, блин, тут написано. Не. А дальше просто пошли нотки. Никаких нахрен аккордов он. Thank you.
я нормально мог сидеть. Ладно, ни хрена не видеть, но, блин, тыркаться так. Да-да, я собираюсь этот писец выложить на канал. Можете убить себя об стену. Вот этот ад. Я даже не знаю, куда ли я отнулась. Я думаю, могу себе позволить такой ужас выкладывать. С такой-то камерой. Вот и вспоминаю, что по ключе нотка через нотку идет. Параллельно, если. Ну, допустим, кажется, что си, а кажется, это ре. Дима с какой-то там дикой фамилией пусть плюется в комменты, разрешаю. Что, ни хрена ж не видно вообще. Да, при этом я басы пытаюсь попасть. Надо вот вспоминать. Ужас. Это казалось. Я даже мотива не помню. Странно. Бемоль как-то странно звучит. Пожалуй, это объединю с тем видео, чтоб вы все нафиг от меня отписались. Thank you.
прикиньте, разобралась, блин. Слышь, так каракула. Почти. Вообще-то, по-моему, добыла. Я еще сколько не видела. Тут даже лист смерти есть, недописанный в рукописку. И что-то неведомое. Судя по всему, мое. В таком виде. Даже ответ на сопричастность след уже давай. Хе-хе-хей. Сколько у меня нотной бумажки есть чистой. Я еще тут черновики нашла. Аранжировка и партитура за 5 минут. Сибелиус. Кстати, Сибелиус на Минте есть? Я тогда купила, даже не листала ее. Я что-то думала, что тут, ну, как-то не для компа. Ну да, мне вот это прочитать было не судьба. Еще как-то хрень с черновиками. Вообще неведомая фигня. Была какая-то тема, которую я знала наизусть, могла бы с этими глазами собрать. Сейчас пик. А что у меня тут есть-то? Вообще, когда я разбирала кассеты, нашла какие-то записи себе. Старые. Вот тут кусочек от пентафоники. О, это мне нравилось. Если я уже не помню, что мне там нравилось играть из этого. Вообще вы должны сейчас ловить эти АСМРы.
тут хранитель ставится. Я бы хоть все время помечала, что мне тут нравится играть-то. Алиман, да. Молодой монах. Тебе молишь, а я слепая курица, и вы не заметила? Да, кстати, это моя предыдущая кошка постаралась. Этот, благо, таким не страдает, на мое счастье. Па-ля-ра. Ля-ре. И меня еще моя преподша ругала за подобную хрень. Ре-па-ре. Ре-ля-ре. Совершенно дыми. Ну, написано. И хоть чего. Потом оно повторяется. Ну, не морально. Надо брать тебя за жабры и играть это все. Хотя бы чисто для себя. Почему-то тут был у меня, мне дико нравился, и Адажио, от которого я пёрлась еще с музыкалки. По-моему, у меня папка сдохла с моими ноками физически. Вот оно мое даже. Сейчас вот стопудово не сыграю. Тоже с педалькой я от него уперлась. Хотя, ну, без педальки. Thank you.
переехал, поэтому оно вообще-то здесь должно быть. Если вы это осилите, вам таки нравится действительно мой канал и Люля, то есть я. Не буду больше мучить вас и соседей.